Всем привет! Сегодня в этом довольно коротком ролике я расскажу вам, почему за битмейкерами будущее и почему каждый новый исполнитель, или не дай бог рэпер, должен научиться писать биты. Начнем с того, что это само продакшн. То есть, вы можете полностью сделать минус под себя. Конечно, это дольше, чем искать биты по 7 кусков за лизинг. И тут надо учиться где-то год или больше, но это того стоит. Вы сможете сделать бит полностью по своему желанию, сделать тот темп, который вам нужен, тональность, настроение, написать бит под уже готовый текст или писать текст, параллельно делая бит. Это очень полезно. Также, если вы начнете этим заниматься, вы уже вряд ли бросите битмейкинг, так как очень приедается и может превратиться в рутину. Вы сможете поработать с именитыми исполнителями, или восходящими звездами, или коллабить с другими битмейкерами. Ярким примером может послужить Слава Марлоу, 2 года писал биты, а сейчас он наверху всех чартов. Вы можете продавать свои биты на BeatStars, создать паблик в ВК, YouTube, и даже заниматься этим с телефона. Для рэперов это будет актуально тем, что не нужно тратиться на биты, и можно все делать самому. Надеюсь, этой минуткой я помог тебе. Посмотри предыдущий ролик, там я сделал ремикс на трек Славы Марлоу. Удачи! Yeah.